Добрый день, на связи Пэта Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla Fielder 2017 года в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 103 лошадиные силы. Имеются ветровики, повторители в зеркалах, хорошая резина, АКПП полный привод, пробег 146 тысяч километров. Пройдемся по салону. Красивый темный ухоженный салон. Ткань не прокуренный. В данном автомобиле имеется антиюз, кондиционер, мультимедиа, электрорегулировка зеркал, помощь в предотвращении столкновения, контроль полосы движения.